Первые поставленные задачи выполнили подразделения, участвующие во внезапной проверке боеготовности Южного военного округа. Самолеты и вертолеты ВВС попытались незамеченными проникнуть в пространство, контролируемое силами ПВО. Оценку действиям авиации и боевых расчетов противовоздушной обороны в ближайшее время даст командование. Одновременно корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии вышли из пунктов базирования и при поддержке с воздуха приступили к поиску мины и подлодок условного противника. Продолжается переброска десантников, поднятых по тревоге накануне. Бойцы ВДВ из Новороссийска выдвигаются в район учений воинскими эшелонами. Подразделения из Волгоградской области доставляют военно-транспортными самолетами Ил-76. Напомню, о начале внезапной проверки боеготовности Южного военного округа было объявлено в понедельник. Распоряжение отдал верховный главнокомандующий Владимир Путин.